Всем здравствуйте! Буквально сутки назад стало известно, что находящийся в клинике Роман Костомаров перенес еще одну операцию. Спортсмену начали формировать культю ноги. В последние недели фигурист чувствует себя достаточно стабильно. Несмотря на то, что состояние Романа Сергеевича по-прежнему беспокоит специалистов, это не мешает им задумываться о следующем этапе лечения. Сейчас активно обсуждается, как будет проходить протезирование. Известный врач Юрий Серебрянский рассказал, через что конкретно придется пройти спортсмену. Специалист заявил, что в общей сложности протезирование займет порядка 4 месяцев. За это время Костомарову придется перенести несколько хирургических вмешательств. Надо посмотреть размер культи, сформировать культю, а потом на нее подготовить протез. Сначала будут протезировать ноги, чтобы он мог вставать. Сначала одну, потом вторую. Если он начнет вставать, это предупредит образование пролежней. Кормить пока будут ложечкой. Затем руки, где уже более сложные протезы идут, заявил Серебрянский. Сегодня Роман находится в полном осознании того, что процесс протезирования запущен. Отметим, что фигурист, перенесший за 3 месяца несколько ампутаций, сепсис, гангрену, микроинсульт и медикаментозную кому, настроен идти до конца. Фигурист строит смелые планы, хотя и понимает, что еще не скоро выйдет из больницы. Напомним, что уже завтра, 10 апреля, исполнится ровно 3 месяца, как Роман Костомаров был госпитализирован с воспалением легких в клинику «Коммунарка». Из-за распространения сепсиса фигурист оказался на грани. Врачи сделали практически невозможное, сохранив Роману жизнь. Будем надеяться, что теперь, пройдя огромное количество трудностей, Роман Костомаров совсем скоро вернется домой в родные стены. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!